Юбилейная 15-я по счету научно-практическая конференция «С наукой в жизнь» посвящена тысячелетнему юбилею Бреста и 15-летнему юбилею лицея. Потому начали не с деловых докладов и презентации, а со своеобразного флешмоба. Дефиле гербов, шествие, где лицеисты представили свою малую родину, города и райцентры, в которых проживают, через призму любви к отчизне, прикоснуться к научной деятельности, найти и раскрыть новые таланты и, главное, поддержать молодых людей в их начинаниях. Цель конференции. Для молодежи очень важно не только усвоить теоретические аспекты науки, но и провести определенные исследования, самим посмотреть на практике, как применяется та или иная теория. И поэтому очень важно, чтобы уже в молодом возрасте дети учились анализировать материалы, добывать какую-то информацию, ну и делать определенные выводы. За 15 лет на научно-практической конференции было представлено порядка 800 работ. Всего в нем приняли участие порядка 1000 учащихся школ, гимназий, лицеев города и области, а также студенты учреждения высшего звена. Сегодня о новых разработках науки говорили умники и умницы из 13 учебных заведений Брестской области, а также польского Белостока. Гости представляли свои проекты в двух группах. Мы уже на конференции не первый раз. Ось школа имени Машерова, это наша партнерская школа, мы сотрудничаем уже, так что очень любим сюда приезжать, так само любим, как гости из Беларуси приезжают до нас. Тешуся в ogóle, что мы сотрудничаем, потому что, дякуючи этому, мы можем познавать себя, так, бачим, что, как бы тут, у Беларуси, не так много ведают про Беларуса у Белосточины, и тому мы очень тешимся, когда до нас приезжают, и мы можем показать белорусскую культуру у Польши. У нас есть такие предметы, как белорусская мова, и там, как бы, идем по темам. И часами у нас сплетается какая-то литература. Я сюда приехал, как бы сказать, как бы, о литературе у Польши белорусской. Кстати, первыми в секции «Мова, культура, сучасность» взяли слово гости конференции. Презентация команды из школы имени святого Кирилла и Мефодия была посвящена одному из важнейших элементов культуры и традиций белорусов Белосточины – рушникам. Приглядались там рушникам, которые... На этой конференции мы хотели показать старинные рушники и узоры, которые характерны для наших национальных областей и регионов. У нас даже был специальный проект, в рамках которого мы ездили по деревням, собирали старинные экспонаты, которые потом вошли в итоговую выставку. Нам было приятно показать свои разработки в Бресте. Юные участники конференции представили свои доклады, проекты и разработки по самым разным дисциплинам, согласовали научные подходы, а также обменялись практическим опытом. Всего несколько десятков работ в 10 секциях – математика, физика, информатика, психология, валиология, экология и экология, иностранный язык и история. Одна из самых звучащих тем докладов в год 75-летия освобождения Беларуси – события Великой Отечественной. Я выступаю с исследовательской работой по предмету истории Беларуси. Наша работа называется «Женское лицо победы». Мы подготовили именно эту работу, и мы рассматриваем женщин в войне, именно партизанок, зенитчиц. Вообще, областной лицей – особый мир, в котором любят свою малую и большую родину не на словах, на деле. Регулярно здесь дают жизнь новым инициативам и проектам. К примеру, «Мястины моего дятинства». В рамках мероприятия лицеисты рассказывали о самом родном сердцу месте, о своем доме. Тем самым, не давая кануть в забвение нашим ценностям, достопримечательностям, исторически знаковым местечкам, арт-композициям, да и простым символам белорусского духа – зеленому лесу, красивым озерам, деревенской печи. Когда я в первый раз приехала сюда, то я жутко скучала по нему. И каждый раз, каждую неделю, когда я туда возвращаюсь, я смотрю из окна автобуса, и всегда улыбка такая, потому что это очень приятно на самом деле возвращаться туда, где ты родился. Это не объяснить словами, это просто чувство, которое возникает, я думаю, у каждого человека. Это очень важный проект для нас, потому что мы очень много узнаем про то, откуда наши одноклассники. Мы начинаем любить больше свою родину, потому что, узнавая о ней, мы поглубляемся больше в недра, откуда мы произошли и откуда вообще наши корни. Виктория Нечаева, Андрей Щерба, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.